Итак, приветствую вас, мои дорогие друзья, подписчики и гости моего YouTube-канала. И у нас сегодня на обзоре монетка, которая, в принципе, пришла от моего подписчика, в принципе, бесплатно. Сейчас мы вместе с вами посмотрим, что же у нас там пришло. Запакована у нас тут, конечно, она крушон. Сейчас мы ее туда может как-то вытрусим. Как-то ее там замотали так сильно. О, выпала наша монетка. Вот. В принципе, монетка в запайке. Вот. Присвячена она 22-м Олимпийским зимним играм. Вот, 25 рублей 2014 года. Что можем сказать? Много кто пишет или рассказывает, что вот страна-агрессор, Россия против Украины. Ну, я здесь политику не зацепливаю, я на это все смотрю как нумизмат, как коллекционер, который хочет, чтобы все монетки у него были в коллекции. Ну, по крайней мере, по возможности, чтобы были. Вот и я решил, или мне так подарили, в принципе, можно так сказать, такую вот монетку. Что же у нас тут можно сказать про данную монеточку? Про данную монеточку. Вот. А, в принципе, такого ничего. В 2004 году отчеканены монеты достоинства 25 рублей. С годом на аверсе 2014-2014 повторяющие монеты 2011-2012-2013 годов. Но новые монеты 25 рублей 2014 года присвячены Олимпиаде в Сочи 2014 года. Отчеканены тиражом по 10 миллионов экземпляров каждого вида. Горы, талисман, луч и снежинка. Монеты отчеканены на Санкт-Петербургском монетном дворе СПМТД. То есть получается экземпляр очень большой, 10 миллионов. Сильно она, конечно, коллекционной не имеет. Более так считается, как бы, юбилейная такая вот или памятная монетка. Вот 2014 года, я так понимаю, из вида у нас горы. Вот остальные у нас монетки можно посмотреть в интернете. Вот я вам решил показать вживую, что же у нас здесь за монета. Короче, у нас здесь надпись 25 рублей, 2014 год, Российская Федерация, двуглавый орел. Вот. Что-то еще можно сказать. Так, в центре диска. Так. Его задать. Так, в центре диска. Так. Написано в центре диска. Интересно. В центре диска изображение государственного герба Российской Федерации, двуглавый орел, поднявший вверх распущенные крылья. Орел венчал двумя малыми и над ними одной большой короной. То есть, как на царское время. Двуглавый, конечно, орел, что-то не сильно. Ну, так изобразили, так изобразили. Соединенные лентой. Видно, что соединенные лентой. В правом лапе орла скипетр, а в левой держава. На груди орла в щите всадник в плаще. На коне. Поражающий копьем. Опрокинут он навзничь и попраного конем дракона.
Не знаю, как это покажет. Вверху вдоль каната надпись полукругом «Русская Федерация», обрамлена с обоих сторон орнаментом в виде сдвоенных ромбов нижней части диска и канта. Ромбы видно. Горизонтальная надпись 25 рублей, под ней дата 2014 год. Над ней справа товарный знак монетного двора. Так, что у нас тут на самой передней? Там в средней части рельефного изображения горы, горизонтальная надпись «Сочи.ру». Под ней на участке тени отображенный город. Его отбрасываемой горой. Так. Дата 2014 год и 5 олимпийских колец. В принципе, вся монетка. Качество anti-circulated, медно-никелевый сплав, 27 граммов у нас написано. Сейчас попробуем взвесить, посмотрим, есть у нас здесь весы, что же у нас тут россияне. Не обманывают нас насчет нумизматического. Так, у нас 10. А, 27 миллиметров, извиняюсь. Масса 10 граммов. Ну, так и есть, 10 граммов. Тираж до 10 миллионов штук. То есть, в принципе, никаких о них супер коллекционного такого значения не имеет. Вот, ну, думаю, что за то, что за пайки, то будет какой-то интерес иметь. Как для коллекционеров, которые хотят себе такую монетку в коллекцию. Всем благодарю за внимание. Кто не подписался, подписывайся. Вот, прошу еще раз, никакие политики, вот, монетка, нумизматы собирают все монетки, как российские, так английские, Великобритании, ну, разных стран, так что между нумизматами не должно быть никаких ссор, никаких, все только хобби, все должно только быть на хобби. Всем благодарю за внимание. Не забудьте подписаться, нажать колокольчик. Всем спасибо, всем пока.